Улуттар бириндиги 14. 53. 35. Ордо 2.15. 31.52. Участковые избирательные комиссии завершили ручной подсчет голосов. Сейчас данные с УИК проверяются окружными комиссиями и затем вносятся в информационную систему Центра избиркома. Как отмечает системный администратор ЦИК Искендер Усинакунов, на проверку протоколов и приложений к ним уходит немало времени. Только после полной и тщательной проверки данные протоколов вводятся в систему. Мы проверяем сначала основной протокол, далее переходим к проверке приложения. И по снявшим кандидатуру тоже надо проработать. К примеру, в партии Атаджурт снявших кандидатуру нет. Соответственно, переходим к другому протоколу, приложению вернее. Здесь вы видите Улуджурт 12.06. То есть смотрим, в партии Улуджурт третий кандидат, кандидат под номером 47 и 45 были снявшими, сняли кандидатуру перед выборами. Соответственно, даже если АСУ посчитает голос им, то это уйдет за счет партии. В первую очередь надо проверить каждое приложение, чтобы участковая избирательная комиссия правильно сняла кандидатуру, и, соответственно, только после этого приступать к ручному вводу. Это все занимает немало времени. Мы стараемся днем и ночью, чтобы успеть, чтобы опубликовать, чтобы наши граждане видели все результаты голосования. О том, что на избирательных участках завершен ручной подсчет голосов, сообщила на брифинге и председатель ЦИК Нурджан Шалдабекова. По ее словам, по единому избирательному округу обработано более 40% данных. По 21 одномандатному округу данные обработаны полностью. Глава Центра избиркома также сказала, что итоги ручного подсчета голосов будут опубликованы на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в течение пары дней. Данные протоколов ручного подсчета с УИК по очереди через системного администратора вносятся в систему операторами. В случае с автоматически считывающими урнами данные поступают автоматически и бесконтактно. А для публикации сведений о ручном подсчете потребуется время. По новой системе вносятся данные 23 протоколов с каждого участка. В двух случаях это данные о партиях, получивших голоса, и общая информация. А 21 протокол – данные по кандидатам, которые получили голоса. После будет составлен единый протокол. Данные ручного подсчета голосов практически не отличаются от подсчета АСУ. Как отметил член антикоррупционного делового совета при президенте Ялкун Даутов, впервые примененная система парламентских выборов оказалась намного более прогрессивнее предыдущих. По его мнению, ЦИК с ней справился, и выборы прошли благополучно. Не исключено, что могли иметь место неточности, связанные либо со сбоем в оборудовании, либо с чисто человеческими факторами. Но при этом не стоит говорить о том, что ЦИК фальсифицировал данные. Как участник мониторинга хочу отметить, что на одном избирательном участке города Бишкек я проводил мониторинг практически до 2 часов ночи, где мы в 20.00 были завершена процедура голосования, закрыты были двери, в присутствии наблюдателей и также международных наблюдателей, в присутствии членов избирательной участковой комиссии были опломбированы и открыты урны, где с разом вышли электронные результаты голосования. После этого все это было запротоколировано. После этого были скрыты урны, где при подсчете, ручном подсчете принимали участие, обратно же повторюсь, все участники процесса. Это наблюдатели от политических партий, это наблюдатели от представителей одномандатных округов, депутатов, да, кандидатов депутатов, также члены избирательной комиссии, также представители правоохранительных органов, в частности, это органы внутренних дел. Все это проходило в открытом прозрачном режиме. Все это с разрешения избирательной комиссии фиксировалось на видео, снималось это. И вот в этом хочу отметить, что результаты ручного подсчета один в один вышли с результатами, которые выдала урна голосования. Эксперт также отметил, что недовольство выборным процессом и его итогами происходит во всем мире. Даже в самых передовых странах после выборов проходят акции протеста и случаются массовые беспорядки. Но нашей стране на сегодняшний день нужна стабильность, поступательное экономическое развитие и повышение благосостояния народа. Поэтому не стоит отдельным лицам будоражить массы, а лучше подумать о будущем государства в это очень сложное, непростое время. Тимур Тимиргалеев, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.